На прослушивание Central Asia's Got Talent команда «Подида» приехала вместе с художественным руководителем Шарофат Рашидовой. Мы гордимся то, что у нас такой руководитель. Она наша вторая мама. А рядом с ней мы чувствуем себя совершенно открытыми, родными. Она очень любит работать. Открыла свой ансамбль, как бы пойти, да? Она сама тоже как бы выросла в ансамбле «Лола» в молодости. Мы всегда вместе, один за всех и все за одного. Самое главное преимущество – это наш Мухаммад-солист, который танцует уже 15 лет. Не знаю, как насчет Центральной Азии, но в Таджикистане я уверена, что он такой один. Салам алейкум! Театр-студия «Подида». «Подида», что в переводе означает? «Подида» в переводе с таджикского языка – феномен. Вау! Да, это очень многообещающее, и мы действительно, наверное, что-нибудь откроем вас сегодня феноменальное. Вы нас удивите? Обязательно. Ну тогда давайте поаплодируем! Действительно феноменально, друзья, правда? Да, Мухаммад, когда вы танцевали, у меня было такое ощущение, что я видел Рудольфа Нуриева. Спасибо. Того легендарного, да. Он у нас известен, ансамбль танцевальный театр «Подида», и он украшает многие наши концерты, которые выступают, они очень такой яркой программой, как сейчас, это синтез национального танца, как мы видели, и современного.
Вот, как сейчас вот. Отлично было все. Зажигательно и красиво. Меня первое, что привлекло в вас, это ваши костюмы. Это шикарные костюмы, роскошные, яркие. И шикарно, просто вы молодцы. Суперский коллектив. Мухаммад, прям у вас такая энергетика, вы прям на 100% выложились. Спасибо. Молодцы, девочки. Какой танец. Насколько я знаю, руководитель коллектива, он очень... Да, руководитель коллектива Шарафат Рашидова, она народная артистка Таджикистана. За кулисами она сейчас находится. Давайте пригласим ее, мы хотим ее увидеть. Какая величественная женщина. Низкий вам поклон. Мы все четверо говорим вам да! Да! На сцене Падида! Зажигательные Падида на сцене! Сразу, судьи, давайте к вам, мне кажется, есть что сказать. Конечно, конечно же есть сказать. Привет, ребята, привет, девчонки, ассаламу алейкум, добро пожаловать. Помнишь, я говорил, ах, если вы в следующий раз выйдете с народным танцем, это будет очень великолепно. И вы, в принципе, оправдали это вот, доверие, было очень шикарно. Молодцы. Вы сами довольны? Тогда увидимся позже. Удачи! Мы впервые участвуем в таком, можно сказать, глобальном конкурсе.
мероприятий. Мы выступали в других странах, но не международного уровня. Как-то этот волнительный. Ну, репетиции, конечно, удавались как бы не так уж легко. Вначале постановка танца была очень сложной, потому что нам приходилось одно движение менять на 10, на 15 там, с лишними. Танец, чтобы ну, как бы богаче, там, необычный, чтобы эффект какой-то казался. Бывало так, что до самой ночи работали. Мы выкладываем все свои силы, все наши возможности, чтобы покорить эту сцену, покорить все жюри. Там же нету ни слов, ничего, просто танец. Вы должны по сюжету все понять, всю вот эту нашу историю. Мы таджики, мы помним наших предков. И, конечно же, мы хотим показать историю нашего народа. Мы выложимся, дай бог, на все 100%, чтобы о нас узнал весь мир. Лайли! Падида с таджикского переводится «феномен». Театр-студия, спасибо вам огромное. Это была история двух влюбленных Лейли и Меджнуна в классическом варианте. Она заканчивается трагически, но ребята сделали хэппи-энд. За это вам большое спасибо. Ситора, как вам постановка нашей Падиды? Я просто слов не нахожу. Боже мой, вы шикарная команда. Постановка, танец, движение, хореография на высшем уровне. Огромное спасибо вашему учителю и всей команде. Спасибо. Гульнур? Ну, ребята, вы подарили нам потрясающие эмоции, и мы не перестаем говорить, какая у вас энергетика, Мухаммад. Вы просто изюминка этого коллектива. Спасибо. Девочки молодцы. Нурлан?
Достойное завершение гранд-финала первого сезона, с чем всех поздравляю. Мухаммад, я тебе говорил, ты Рудоль Нуреев Центральной Азии. Алавудин. А я скажу так, что не стало ни Лейли, ни Меджнун, но пока жизнь на земле есть, священной этой земле Лейли будет преклонять свою голову Меджнун. В образе Меджнун-Беда, Меджнун-Тола. Удачи, очень талантливо, очень красочное, креативное выступление. Я очень счастлив, что в Центральной Азии живут такие талантливые люди. Молодцы! Спасибо большое всем нашим судьям. Несколько слов вашим поклонникам. Таджикистан! Бама Омазет! И победитель от Таджикистана. Падида! Ваши аплодисменты! Поздравляем, ребята! С удовольствием вручаем вам абсолютно заслуженную награду. Давайте, давайте все вместе. Бурные аплодисменты. Падида. Нет? Чё там бы? Ты не Падида, ты... Он болеет за своих. Несколько слов всем, кто болел за вас в Таджикистане. Спасибо всем, кто за нас болел, кто смотрел с напряжением весь прямой эфир. Мы очень благодарны, мы вас всех очень любим, и это... Победа всего Таджикистана. Спасибо. Таджикистан, матура дус медорем. Бурные аплодисменты. Падида, Таджикистан.